перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Йоу, какие дела, йоу. Сегодня желтый цвет, желтый. Молочный коктейль. Я не пью месяц. Это дико круто. Все равно я бы водку только пил, если б был моряком. Короче, я смешал клубничный коктейль и шоколадный. И это, блин, прикольная штука. Вообще, правильно, не Ларус, а Ларус. Это я сегодня выяснил тоже. Чикен от Туриана, курочку похож, ёпта. Чё, какие дела, ёпта. Кристал Кур на коне, но не роняя запад, по зданию уже. Да, мне все говорят, ну с кем я встречаюсь, то, что я посвежел, то, что лицо стало чище и взгляд довольно более свеж, да, so fresh. Ой, я обожаю вот эти фан-паблики ЛСП, вообще вы огромные молодцы. Самый трезвый в школе. Я был самым, ну в школе не, я был не самый трезвый. А, да, да, все правильно, два альбома. Танцевальный и рэп-альбом. Прям рэп-альбом. Они... Ну, короче, подустал, если честно, от ракешника и от лирики и так далее. Найкуб — это магазин, да, какой-то? Я не помню вообще половины, что было больше месяца назад. Я вообще половину тура 17-го года, кура-тур, не помню. Я даже не помню некоторые города, то есть что я делал в городах и так далее вообще. Какой Ромка. Ну, я считаю, что Гранж 3 это с точки зрения завершения трилогии и такой потоковой пластинки, без хитов, про размышления, про переживания. Она довольно неплохая. Но, по сути, это самое слабое, самый слабый релиз из трех частей. Ну, с точки зрения хитовости и так далее. А на носу у меня шрам. Да я вообще открыт к любым предложениям. Я даже с блогерами сейчас буду фитовать. Так в смысле, я так говорю по-трезвому? Концерт в Самаре. Напишите организаторам, там указано ведь, кому писать. Я тоже люблю вас, спасибо.
Так, вообще мне сегодня должны были выслать список городов на тур, но пока что жду его от организаторов. Ну, если я говорю, что я трезвый уже месяц, то да, я трезвый. Илюха, салют Леньке. В Минске отменили мой последний концерт. Ну, как бы не отменили, там отменили концерт Фейс, из-за этого отменили мой, и организаторы что-то не захотели делать. Вот, поэтому я-то вообще хоть куда готов ехать. Что касается Украины, то ну, меня реально туда ни разу не звали. Вот вообще, серьезно. Молочный коктейль Forever. Я сейчас открыл для себя много напитков. Белый чай, зеленый чай, кофе, молочный коктейль, блять, молоко. Короче, дохрена вообще всего того, то, что я обычно раньше не пил. Потому что, ну, если так сделать срез дня, то утро я обычно начинал с алкоголя. Потому что, блин, ну потому что я алкоголик, блин. Что, Егор Крид мне кидал трек? Что там, что происходит, я не понимаю. Я пуэра никогда в жизни вообще не пробовал. Не, меня позвали в Крым, типа... что же за город-то, я не помню. Ну, в общем, туда, типа... Короче, я отказался. Меня два раза туда звали. Типа, туда, если съездить, то могут запрет. Ну, мне... Блядь, господи, я говорю как пьяный. Внести запрет, в общем, на въезд в Украину. А я хочу потурить на Украине. Вот, все. Пензе, да, возможно, будет. Я не был рокером, не был рэпером, блядь, я музыкант. А музыкант, который не умеет играть ни на одном инструменте. А всегда, короче, когда я вот, ну, типа, ходил к врачам, и не, ну, там, недели две назад, и, типа, когда спрашивают, чем ты занимаешься, ты такой говоришь, что ты музыкант, а ни на чем играешь. А как ни на чем. Вообще мне нравится, ну я бы назвал свою музыку, ну то есть жанр моей музыки альтернатива, потому что, ну блин, то есть если послушать там три гранж альбома, то это там не только ракешник, это и рэп, и альтернатива, и дип хаус, там, не знаю, и дип просто, там много, в общем, есть экспериментов и так далее. Вообще, я сейчас скоро пойду брать, ну, то есть, уроки вокала, ну, то есть, играть я хотел всегда научиться на рояле, там, или на пианино, типа того. Вообще, в детстве там, у нас, по-моему, было пианино, но оно было большое, и мы когда переезжали, по-моему, его куда-то отдали. Дела. Добрый, добрейший вечерок. Зачем вообще писать привет, когда ты подключаешься? Типа, блядь, нахуя? С доп-клабом, да, возможно, чё? Говорят, у Феди вышел крутой клип «Салат листьев». Надо посмотреть. Да, Краснодар, вот Краснодар реально один из моих любимых городов, потому что там тепло.
Всегда. Да, Димитровград и Ульяновск, ну, они обязательно должны быть города, потому что организатор на весь тур, Никита Крюгер, он родом с Ульяновска. Там вроде даже какие-то встречи уже созданы. Вот. Е-бой. Яркое солнышко. Кей-кей, яркое солнышко. А не в Новокузнецк, туда кто ездит? Вообще у артисты первого эшелона, по-моему, только. Хотя вроде обладает, вроде ездит. Мне написали из Архангельска, я помню, я тогда жестко пил, написал какую-то хрень, по-моему. И все, больше... В этот клуб М33, там, по-моему, все, кто из новой школы выступает. И что-то все, по-моему, там я какую-то хрень наговорил организаторам. Да-да, Уфа, первый концерт серии концертов «Трезвые», и она там... 28-е, да-да-да. Воронеж, по-моему, будет перенесен. А, ту-ту-ру-ту-ту. Короче, я сейчас вам покажу реальный напиток. Напиток судьбы. Черт, вот, вот. Но алкоголь. Кура пьет только молочные продукты, чай, кофе. В общем, вообще разные вещи, все кроме алкоголя. Да, спасибо людям, которые замечают, что я бросил пить, это очень радует. О, я люблю девчат. Да когда меня позовут на афишу, я туда полечу, побегу. Чё нет-то? Ебальником торгануть я всегда за вообще. Челябинск, я не знаю. Он рядом. Ну, в принципе, в Екатеринбурге я делаю концерт. Ну, раз в год теперь, я думаю. В том году просто два концерта было, а Челябинск рядом, поэтому... Ну, обычно его всегда зацепляем. Рука нормально восстанавливается. Я, кстати, в клипе на водоем в гипсе снялся. Ну, пока что там что-то не совсем рабочий материал, а как бы выпускать шляпу неохота. Тут просто пишут про фиты забавные. В Нижнем Тагил нет, туда нет смысла вообще ехать. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вообще, я давно ни с кем не встречался из девчат. И типа мне вообще пофиг. Это, наверное, трезвость так влияет. То есть у меня, типа, короче, пофиг на девочек вообще. Типа, да ну нахуй так. Я вообще трезвый, очень спокойный. И там, если кто заметил, я вообще трансляции не выпускал где-то месяца полтора. И там истории и так далее. Ну вот я сейчас практически вошел. Ну, я бы сказал уже, что вошел в режим, и типа все окей. То есть по трезвости начинаешь радоваться каким-то другим вещам. И типа как будто заново начинаешь жить и типа писать песни по-новому. И блин, у меня восстановился режим. То есть я типа ложусь там в 11-12, просыпаюсь, типа ну там с 9 до 11 где-то так. Это очень хорошо для здоровья. Потому что когда я типа был у врачей, ну там типа не все хорошо. Учитывая то, как ну типа какой рок-лайф я устраивал. Нет, ломки от алкоголя уже нет. Ну бывает иногда, типа охота выпить, но это типа там первые два месяца надо просто типа,
претерпеть, и все окей. Но вот уже типа месяц прошел, и это очень круто, типа... Довольно странно, когда типа рок-н-роллишь по полной, и там, подаешь, типа, ну я хоть какая-никакая ролевая модель там для кого-то, такой пример. Ну я никогда не призывал там бухать и угорать по полной и там рок-н-роллить. Но типа я сейчас за здоровый образ жизни. Я тут даже это, планирую типа на футбол записаться. Но я так-то в порядке катаю вообще. Ну как бы... Я не играл уже где-то больше года. Перестать бухать, просто сказать себе нет. Да, Герыч, да, конечно, блядь. Типа вообще здоровый образ жизни, но... Ну, кому-то, типа, скучно жить не на трезвую, а кому-то... Да, короче, да, скучно, это пиздец. Да, я шучу. Надо себя просто занимать делами. Деятельность, деятельность. Вот, например, типа, я начал читать вот книга Александра Маринина, соавторы. Детективчик. Типа там Настя Каменских что-то расследует, все. Да, да, книги. У меня раньше была расшифровка ЗОЖ. Блин. Запил опять жив, что ли, что-то такое. Типа запил, запятая, опять жив. Но это все прошло, you know. Да, еще пару-тройку месяцев, и вообще все мои слушатели, все ребята, мои светлые, вы привыкнете к тому, что Кей-Кей всегда трезвый. О, «Улица». Обожаю сериал «Улица», но закончился первый сезон. Damn, man. Я продаю фиты, мне похуй вообще. Типа, фиты там 10 тысяч, 15, вообще на изи. Ну, конечно, мои слушатели не всегда трезвые, это нормально, как бы, да. Потому что мне 25 лет, и мне не 20 лет уже, я многие вещи переосмысляю. Йоу, блин, там чё? Йоу, блин, там чё?